Ну, малыш, убедись, что там чисто. Ни солдат, ни людей Роберта. Ага. Похоже, он нас ждет. Ну, тем интереснее. Ну что, пошли? Эй, Тесс! Эй, красотка, как делишки? Говорят, есть товарищи. Не сейчас, Терренс. Да я заплачу вот-вот-вот. Понял? Вот. Не сейчас. Понял. Потерплю. Только не надо злиться. Тронул, купи. Тесс, давно не видишь. Ты ко мне не ходишь. Что это за херня? Ты куда попёрся? Сядь на место. А, прости, Тесс, не знал, что вы с ним вместе. Иди. Кто это? Старый знакомый. Не спрашивай. Я ищу Роберта. Он тут был? Да, недавно. Он на верфи. Туда пошел. Началось. Пропустите. Вы, ребята, разворачивайтесь и валите, если шкура дорога. У нас не с вами разборки. Нам нужен Роберт. Даже не вздумайте. Развернитесь и валите, мать вашу! Я без Роберта с места не сдвинусь. Сука! Я тебе все мозги вышибу, но задницу ты отсюда уберешь! К черту! Пригнитесь! Готов? Да. Я тебя убью, нахрен! Я прикрою. Займись ими. Ты за это заплатишь! Школа.
Молодец, ковбой. Ты тоже. Откуда у него столько людей? Роберт хорошо умеет обещать золотые горы. Черт, тут не пройдем. Эй, подсади. Ну-ка. Дай руку. Вот так. Снова люди Роберта. Да, я их вижу. Откуда ты знаешь? Двое наших погибли, пытаясь убрать Тесс. Зуб даю, она с Джоэлом вот-вот придет сюда за Робертом. Охренеть. Зря мы взялись за эту работу. Сюда! Вот черт! Суки сраные! Эй! Слышишь, братан? Успокойся! Давай осмотримся.
Сойдет. Там зараженные, я цел. Ну, открывай ворота. Открой ворота. Попробуем через ворота. Ха, отлично! Есть. Проходи. Давай. Эти щелкуны раньше были цикадами? Нет. Это вряд ли. Зараженные прямо у лаборатории? Билл так оборонялся. Может, они тоже. Да, вижу. Давай. Но. Ни охраны, ничего. Ага. Вообще-то им бы пора появиться. Идем внутрь. А ты был в университете? В университете? Пошла. Да? Не в качестве студента. Почему? Я был молод, когда родилась Сара. Ой. Ты был женат? Недолго. Что случилось? Ладно. Перебор? Перебор. Эй, а может туда? У меня были другие идеи, но и так сойдет.
добрались. Элли, давай руку. Вот так. Спасибо. Ну, что тут? Эй! Где они? Йохо! Цикады! Лекарство само пришло! Слышите? Давай потише, пока не ясно, что происходит. Фигня какая-то. Тут только всякая медицинская хрень. Так странно. Похоже, они собрали манатки и скрылись. Может, не все. Держись рядом. Трупов нет. Это хорошо, да? Если узнаем, куда они ушли. Готовься! Ah!
Прорвемся. Что-то не похоже. Ты, главное, не отвлекайся. Еще идут! Да сколько тут этих тварей? Без понятия. Стреляй! Эй! Что? Что? Кажется, мы отбились. Их больше нет? Ты, кажется, разочарована. Скорее, не могу поверить. Проверю мост. Слушай. Всех перебили? Всех перебили. Я же говорил. Ладно. Пойдем обратно. Может, олень еще цел? Надо сказать, ты неплохо стреляешь. Фу. Мы с тобой хорошо сработались. Нам повезло. Повезло? Нет, нет. Я не верю в удачу. Я считаю, никаких случайностей не бывает. Ну-ну. Правда? Я тебе докажу. Так вот, эта зима выдалась очень суровой. Не так давно я отправил своих людей
ближний город. Искать еду. Вернулись немногие. Они сказали, что там на них напал один психопат. И представь себе, с этим психопатом была девочка. Видишь, случайностей не бывает. Успокойся. Ты ни при чем. Ты ребенок. Джеймс, убери пушку. Ну нет, Дэвид. Нет, черта с два. Убери пушку. Дай ей лекарство. Остальные не одобрят. Это уже моя забота. Отойди, козел. Ты не выживешь одна. Я хочу помочь. Обойдусь. Валим отсюда. Пошла. Идем. Джоэл. Еды принесла немного, зато добыла вот что. Так, руку. Вот так. Прости. Ничего. Уже все. Ты поправишься. Черт. Выследили. Я уведу их отсюда, а потом вернусь.